Do you know a man called Charlie? I know him, but, you got a beef with him? No, it's just... That punk. Is he hanging around here these days? Guess he didn't get the message last time. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон! И мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue из рубрики «Лучшие игры». И это пятая часть моего прохождения. Итак, мы проснулись рано утром. Доброе утро, Рио! И нам нужно сходить в магазин мотоциклов, дабы узнать о том, где, может быть, Чарли? Кто он такой? Мы понятия даже не имеем. Где он может быть и кто он такой? Но он должен нас как-то связать с поставками нелегальными в порту. Как мне подсказали, Ини-сан, скорее всего, утром находится у алтаря. Поэтому мы сходим туда, к ней, и я бы хотел с ней пообщаться. А вот она. Ини-сан. Дио-сан. Also, do make more of an effort to return home as early as possible. I will try my best. See you later, Ini-san. Yes. Ну что же, мы, конечно же, будем стараться возвращаться домой как можно раньше, чтобы не беспокоить старушку. А сейчас мы отправляемся в город. Я надеюсь встретить Мегуми, хотя мне кажется, что утром ее нету. Так, здесь небольшой тупик, прошу прощения. Утром, мне кажется, ее нету. Она приходит где-то ближе, наверное, к обеду или около того. Посмотрим, у себя ли дома Фуку-сан, или он утром уже тренируется. Видимо, он уже на тренировке. Наведаемся и к нему, безусловно. Наши утренние карманные денежки, 500 йен. 1000 мы, к сожалению, спустили на выпивку, так как не выиграли спор с моряками. Хотя, я точно не знаю, были ли они моряками или нет. Отправлюсь сейчас в доджо, чтобы поболтать с Фуку-саном. Или, может, даже немножко потренироваться. Почему нет? Фуку-сан, do you know a guy named Charlie? Charlie? No, don't know him. Who is he? I think he's somehow connected with those men in the black suits. The black suits? He has a tattoo on his arm, too. What? Really? Do you know anything else about it? No, I don't. I see. Ну что же, ничего особенного здесь он нам, конечно, не сказал. Было бы странно, если бы он действительно знал Чарли. Это было бы слишком просто. И я сейчас отправляюсь как раз в Дабуиту, магазин мотоциклов, дабы нам спросить о том, кто же этот Чарли. Кто же он? 9:15 утра. Ну да, вряд ли Мегуми там находится с котенком. Но надежды терять не стоит. Попробую еще днем сюда заглянуть, если ее нету. Потому что надо как-то... А, она здесь. Просто прекрасно. Hi, Megumi. Hi, Adio. Dio, look. Kitty's sleeping. I'll bet she's full. Oh, yeah. I guess so. Ну что же, попробуем дать покушать. Может быть, сейчас он даст. Нет, он не хочет. Странно. Странно, очень странно. Мегуми, может тебе дать? Нет, она тоже не хочет. Странно. Ладно. You're still so tiny. Are you cold? Ну что же,
все еще мы не можем его покормить. Видимо, эта возможность откроется позже. А сейчас отправляемся в Сакурагаоку. Купим по пути игрушечку. Каждый день у нас по новой игрушечке. Интересненько. И посмотрим, какая выпадет нам сегодня. О, сегодня дождливый денек выдался. Do you know anybody named Charlie? No, I don't. Have you ever seen a guy wearing a black leather jacket? Leather jacket? Like yours? Yeah. Nope, I haven't. I see. Ну, да. Спрашивайте ребенка. 100 yen each. Не совсем, конечно. Логично. Maybe just one. Конечно. Одну штучку купим. Теперь справа в автоматике, там уже должны быть другие игрушечки. И у нас лисенок из... This is cool. Лисенок из этого, из Соника. Не помню, кстати, как его зовут. Здесь он перенёк хвосты, Tails. Maybe I should get another. Нет, ну хватит. Changed my mind. Это ж все-таки игрушечки. Поэтому не стоит тратить на них много денег. Да, дождливый денек сегодня выдался. Но, надеюсь, это будет полезный для нас день. И мы много интересного разузнаем. Магазин мотоциклов у нас находится в дальнем районе. В районе такого баров. Hi. How's it going? What's wrong? I'm so thirsty. I wanted a drink, but I don't have any change. Ну, давайте купим, раз хочет пить. I'll buy you one. What do you want? You're really nice. Thanks. What kind of drink do you recommend? Let's see. Ну, выпей, наверное, я не знаю, вот, кофеёк, может быть, или он просто пить хочет. Ну, давай кофеёк тебе купим всё-таки. Всё-таки утро как-никак. Here. Thanks a lot. You've made my day. Is the restaurant busy? A little. You should come by again. And try Tao-san's special. Yes. Please give my regards to Tao-san. Sure thing. I'll say hi for you. Okay, I've got to go. Got things to do. Okay, see you. Thanks again. Отлично, помогли парню. Просто прекрасно. А возможно... Возможно, это даже знак. А где у нас находится ресторан? Ресторан у нас находится... Нет, это Nagai Industries. Так, а где находится ресторан? Ладно, даже не знаю, что это за парень. Excuse me. Huh? Me? Do you know a man called Charlie? I know him, but you got a beef with him? No, it's just that punk. Is he hanging around here these days? Guess he didn't get the message last time. Ха, интересно, какой-то опасный тип. Он его знает, но. Видимо, он хотел выбить из него то ли деньги, то ли еще что-нибудь. Посмотрим, где у нас ресторан. Мы находимся здесь. А парикмахерская. Даже не знаю. Где-то здесь. Бар. Не найду. Ладно.
Пойдем все-таки куда мы хотели с самого начала. И узнаем. Узнаем. Что-нибудь мы точно узнаем. Так, здесь никого нет? А, ну надо в магазин, я думаю, зайти. А, странно, почему-то все закрыто. Когда же он начинает работу? Сейчас посмотрим. Магазин мотоциклов. С 10 до 9 вечера. Уже должен быть открыт, уже 11. Но в него мы зайти не можем. Странно. А, господи. Hey, Ryo! Do you know a guy named Charlie? Charlie? You know him? He's such a poser. Thinks riding a hog makes him look cool, but it don't. He ain't a real biker. Do you know where he lives? No idea. He only stops by sometimes. Oh yeah, go to Tsuruoka's place. You mean Tsuruoka-san at the jacket shop? I heard Charlie goes there sometimes. Thank you. Кстати, да, раз он заходит, ну, то есть, раз он носит куртку, и, в принципе, татушку, то нам неплохо бы зайти в магазин курток и, где тут делают тату, туда тоже бы заглянуть неплохо. Что-то я Оно-сана сразу не заметил, пытался в магазин зайти. Но все-таки мы его нашли. Так, по-моему, это не то, это не магазин курток. Excuse me. Have you decided on something? Do you know if a guy named Charlie comes here? He wears sunglasses and a leather jacket and... Sunglasses and a leather jacket? You know, I'm pretty sure I saw someone like that over at Kurita-san's place. The military surplus store? Yeah. Right. Ну да, вот туда мы, конечно, и направлялись, но неплохо бы было узнать и остальных. С Томом попозже поболтаем. Сначала дела. Так, стоп, Курита-сан. Курита-сан. Yo, how are ya? Do you know a man named Charlie? Huh? Charlie? Wears a black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo on his arm. I see that guy out in front of the shop sometimes. Always ragging my merchandise, like he'd ever buy anything. When does this Charlie come around? He usually heads over this way after hitting the jacket shop. You know, man, guys like that almost always look around without buying anything. I see. Ну что же, что-то мы ничего не узнали вообще полезного, я вам скажу. Посмотрим дневник. Да, Цуроку-то мы спросили. А, нет, стоп, Цуроку мы не спросили. Мы спросили Курита-сана. А это совсем разные люди. Так, а где же он находится? Мне нужна карта. Срочно нужна карта. А, вот же он. Excuse me. Hey. I'm looking for a guy named Charlie. Charlie? What's he like? He always wears a black leather jacket and sunglasses. Has a tattoo on his arm. Ah. You know him? There's this guy who's always whining about our jackets. Like he knows what he's talking about. Always showing off his tattoo. I see. About that guy with the tattoo? Yeah, he came by 4 or 5 days ago. Ugly as the worst sin. Always showing off his tattoo. What a loser. Know where I can find him? Nah, I wouldn't know, and don't care. Sorry, I can't be of more help. I see. Это опять оказался не он. Ну что же, мы продолжаем наши поиски. Кстати, может быть, раз тут два байка стоит, может быть, он в аркейде находится. Сидит там со своей татуировкой в куртке и очках. А мы не догадываемся. Ну-ка, может, это он? What is it, kid? I need to ask you something. Forget it! Who the hell do you think you're talking to? You fucking with me?
I've got a question for you. Who are you kidding? I will hurt you! Ну, в общем, да. What do you want? I want to ask you something. Phew. You sure got nerve. Go on, kiss off, punk. Да, похоже, это действительно он, но нам еще никто не сказал, что это он. А давайте-ка спросим владельца. Он же должен знать. Excuse me. Yeah. I'm looking for someone. Do you know of a guy named Charlie? Charlie? Nah, don't know him. I see. Удивительно. Do you know anyone who might know this Charlie guy? Nah, can't think of anyone. I see. Ладно. Но мне кажется, все-таки это вот он здесь сидит. Такой. И нам не хочет показывать ничего. И рассказывать тоже. Ну что ж, так, где-то здесь была карта у нас. Где-то здесь. Совсем забыл где. Где-то рядом. Ага, вот она. Отлично. Так, мне нужна Цуруока. Цуруока. Где же здесь он находится? Джекетс, Юпитер. Куртки. Где же продаются куртки? Прям столько магазинов этих курток, честно скажу. Уже очень много. Антикварный. Water Dragon. Ну, мы там уже были. А вот Цуруока я даже и не вижу. Но это нужно... Видимо, на карте-то и не будет. Слишком просто было бы. Пойдемте поищем. Почему ты не спрашиваешь не... вы не знаете там Чарли? А почему ты не спрашиваешь... Кстати, мясник-то должен знать по-любому. Тамура-сан. Hey, how are you doing? Do you know anyone called Charlie? Charlie? Is he a foreigner? I'm not sure. He wears a black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo on his arm. I don't know anyone like that. But lots of dudes dressed like that recently. Right. Странно, мне казалось, он должен знать, потому что он же сам такой вроде бывший небольшой такой разбойник-бандит. Ну, Том-то не знает, Чарли, мы уже спрашивали. Мы уже спрашивали вчера поздно вечером. Так, ну что же, где? Где магазин? Будем разыскивать. Water Dragon нету. Здесь тоже нету. Магазин нам смысла заходить нет. О! Подожди, ты должен знать. Excuse me. Yo. Got a minute? Some other time, okay? I see. Ну ладно, не хочешь ты со мной разговаривать. Как хочешь. Проведаем на зоме. А ее сегодня нету. Ну, ладно. Сегодня, видимо, она занята, где-то работает, может быть. Или что-то типа того. Hi, what can I get for you? Do you know a guy named Charlie? Charlie? What's he look like? He wears sunglasses and a leather jacket. And he's got a tattoo on his arm. I don't think so. I see. Печально. Мне кажется, что он магазин этот где-то на этой улице. О, здесь еще один Water Dragon. Так, а это на... А, ну это фарфоровая лавка. Здесь ему делать нечего. Так. Ну, да, да. Конечно, немножко я... Не знаю сейчас, куда мне двигаться. Давайте зайдем в Water Dragon. Может быть, здесь нам подскажут. А мы не можем, да? Ладно. Мы
не можем зайти в этот магазин. Какой же еще магазин курток, они нам говорят. Здесь вот в основном бары на этой улице. Здесь курток нету. Это у нас, да, лапша. Ну, не знаю я, честно. Может быть... Ты в гольф, что ли, играешь? Excuse me. What can I get for you, Ryo? Do you have time now, Hattori-san? What is it? I'm looking for somebody. Do you know a guy named Charlie? Charlie? What's he look like? He wears a black leather jacket and sunglasses. I hear he's got a tattoo on his arm. I see lots of foreigners around here, but I haven't seen anyone like that. I see. Так, жалко, он его не видел. Даже не знает. Не знает, кто он. У нас какой-то не тот магазин. Странно. Даже не знаю, куда зайти. Давайте откроем. Спросить Суруоку. Лавка курток. Лавка курток. Ну, я вроде сходил в лавку курток. Прям даже не знаю. Во, давайте. Спросим его. Excuse me. Hello, what can I do for you? I'm looking for a guy named Charlie. What's he like? He wears sunglasses, a black leather jacket, and has a tattoo also. I don't know him. I see. Какую еще лавку курток мне зайти? Я что-то даже не представляю. Мне бы еще узнать, кто такой Цурока. Лавка курток, лавка курток. Ну, я прямо даже не знаю. Это Курита-сан. А, вот может быть. Итой-сан. Yes. Do you know a man named Charlie? 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 I know Charlie Chaplin, but he's no longer with us. I assume you mean someone local? Yes, someone alive and from around here. He has a tattoo. I have no idea. I see. Так, ну что-то наши поиски затягиваются. Все, что нам предлагают, это Чарли Чаплина. Да. Кто такой Цурока и где его лавка курток? Потому что я уже три лавки оббегал с разными куртками и нигде не нашел. Это у нас парикмахерская. Здесь у нас цветы продаются. Это что? Билеты, что ли, какие-то? Лавка табака. Ха. Ну-ка, давайте спросим здесь. Немото-сан. Hello, Ryo. Do you know a man who goes by the name Charlie? Wears a black leather jacket, sunglasses, and has a tattoo on his arm. Yeah, mean-looking guy. I don't know about that. Anyway, that's got to be him. He's a nasty piece of work. This Charlie... Heard he once demanded compensation for pricking his finger on a rose thorn. It's guys like that give Dobuita a bad reputation, eh? I see. И это все? Все, что ты можешь мне сказать? Юрико-сан. Oh, Ryo. Do you know a guy named Charlie? I know him. He wears sunglasses and a leather jacket, right? Wait a minute, Ryo. You're not going to get into a fight, are you? No, I just... I don't like to see you getting into fights, Ryo. But I suppose I wouldn't mind if someone beat up that jerk Charlie. I see. Ну что ж такое, ты же можешь нам сказать, где он находится. Но это просто какие-то поиски за... Опять этот странный тип. Поиски прямо совсем затягиваются. Где эта лавка курток, я, честно, понятия не имею. Это лапша опять здесь.
Здесь только старики да дети в парке. Ну, правильно, собственно, да, кто тут еще должен быть? Что-то... Цуроко, где же мне его найти? Том, помоги нам. Том. Харио! I'm looking for a guy named Charlie. Do you know him? Charlie? He wears sunglasses, a black leather jacket, and has a tattoo on his arm. No, I don't know him, man. Really? Да, ну, ничем нам Том не помог. Опять, Том, когда ты нам будешь помогать, а? Где же лавка курток это? Здесь куртки продаются, он не знает. Здесь антиквар. И это что? Обеды. Это просто магазин какой-то. Где может быть Чарли? И это Цуруока. Еще раз карта, может быть, мне поможет. А, чайно, а? Странно. Где же, может быть, лавка курток? Рыба. Агентство путешествий. Вот, как бы, Юпитер Джекетс вот здесь есть. Но это не то. Мы там были. Да мы вообще везде были. Во всех. Так, я еще раз схожу к нашему пожилому любителю мотоциклов. Потому что мы уже бродим часа 4 игрового времени и не можем найти этого Чарли. Оно-сан. Hey, Ryo! Do you know a guy named Charlie? Charlie? You know him? He's such a poser. Thinks riding a hog makes him look cool, but it don't. He ain't a real biker. Do you know where he lives? No idea. He only stops by sometimes. Oh yeah, go to Tsuruoka's place. You mean Tsuruoka-san at the jacket shop? I heard Charlie goes there sometimes. Thank you. Tsuruoka из магазина курток. Ну где он? Ну где этот Цуруока? Где этот магазин курток? Ну в самом деле. Уже даже не вообще. Странно, все магазины этих курток обижал, я Цуруоку не видел вообще. Что за ерунда? Может тот парень в Юпитер Джекетс есть Цуруока? Не знаю. Так, давайте еще раз с ним поговорим. Excuse me. Hey. I'm looking for a guy named Charlie. Charlie? What's he like? He always wears a black leather jacket and sunglasses. Has a tattoo on his arm. Ah. You know him? There's this guy who's always whining about our jackets. Like he knows what he's talking about. Always showing off his tattoo. I see. About that guy with the tattoo? Yeah, he came by 4 or 5 days ago. Ugly as the worst sin. Always showing off his tattoo. What a loser. Know where I can find him? Nah, I wouldn't know, and don't care. Sorry, I can't be of more help. I see. Причем ведь самое-то суровое в том, что я-то догадываюсь, что он там. Сидит в аркейде. Мы к нему подходим, он нас посылает. И это точно он должен быть. Так. Ну я даже просто не знаю. Курита-сан уже спрашивали. Тома спрашивали. Всех спрашивали. Уже всех, у кого может какая-нибудь одежда продаваться, я уже спрашивал. Здесь вообще лавка Юкиши не то. А, здесь закрыто. Здесь мы тоже спрашивали. Так, здесь тоже не то. Обеды. Магазин.
Это кто? Аой-сан. Yo! Hey, Oreo! Do you know of a man named Charlie? Charlie? He has a tattoo on his arm. A tattoo? No, I don't. I see. I wish I could help you look for him, but Yoshie won't let me leave work. That's okay. Thanks anyway. А чё, добрый малый, хотел нам даже помочь поискать этого Чарли. Где же магазин курток? Суши. Где может быть этот магазин курток? Я просто не знаю даже. Здесь что? Мотель Оива. Здесь мы уже были. Так, а это кто? Акасака-са. Нет. Hi, Rio. Have you heard of a guy named Charlie? Charlie? He always wears sunglasses and a leather jacket. I think I've seen him on the street. Really? Yeah, but there are dozens of guys like that around here. He's got a tattoo on his arm. Haven't had any customers like that. I see. Ну, и он нам тоже ничего не подсказывает. Вот этот странный парень знает что-то, но не хочет нам ничего говорить. Nagai Industries. Что это такое вообще? Что это? Куда это мы сейчас зашли? Никогда тут не был. Excuse me. I want to ask you something. Huh? Shut the hell up. Who in the hell are you, huh? You don't shut the hell up, I'll make you wish you had. Asking this guy is pointless. Sorry, it's okay. Какой-то упоротый ненормальный. А зайти мы можем? Так, а тут у нас кто? I want to ask you something. Listen up, kid. I don't know why you're in such a hurry, but never stray from yourself. Yes, sir. Good response, kid. Real sharp. Какая-то большая шишка, мол, или что-то. Что-то наподобие. Нифига тут боссы сидят. Got a minute? Hey, what's up? I want to ask you about that guy, Charlie. Oh, that lowlife. That guy walks around Dobit at night like he owns the place. Where? You know the military surplus shop, right? And the Yokosuka jacket shop? I hear he's a real pain down there. Right. Так, интересно. Чарли будет в Дубуите вечером. Ага. О, как. Ну-ка, так, еще там что-то было написано. Он часто заходит в оружейный магазин. А это что за босс? Hey. What? Так, этот не хочет с нами говорить. Hey, about Charlie? I heard he hangs around in Dubuite at night. I heard he's pretty damn cocky. Put him in his place, will ya? Yeah, right. Интересно, никогда не общался, никогда не был в этом. Can I ask что you бы something? Это ни значило. Yeah, I've got nothing to say. Чего Sorry. Не могу с этим боссом поговорить? Hey, about Charlie? I heard he hangs... He's not very... Yeah, right. Я хочу с боссом поговорить. Excuse me. What? I'm sorry, I've been gnawing over a few important things lately. Let's talk about this another time, shall we? Да. Вот это серьезные ребята. Первый раз тут было интересное местечко, но нам вот подсказали, что вечером мы должны встретить этого Чарли. Что же? Надеюсь, так и будет. Надеюсь, так и будет. Ну что ж, дорогие друзья, выпуск пятый мой подходит к концу. Довольно интересно вы провели время. Ну, не знаю, да, мы много искали и мало нашли. Зато я открыл интересное место для себя и вас. Вот такое, с какими-то странными боссами прямо.
Ну что же, надеюсь, в шестой части мы найдем этого Чарли, потому что вечер у нас уже близится. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рекомендуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.